Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києва поінтерактив зі мною. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98 вісімафем. Хто з нами на ютюбі? Київ 98 вісімафем. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб поговорити про красу. и молодість. Це те, без чого досить складно уявити. І сучасне життя, та, власне, всі хочуть бути молодими і красивими. Сучасні Косметологічні процедури можуть це зробити. Мене звати Світлана Василенко. Я ведуча Київ інтерактів з понеділка до п'ятниці, з 13-15 ми разом з вами в ефірі. Ви підписуєтеся на наш канал, ви ставите пальчики вгору цьому відео. У мене сьогодні у гостях Інна Левіна, лікар-косметолог клініки «Профдентал». І саме з нею ми будемо говорити сьогодні про красу. Добрий день вам, добрий день. І почнемо власне спочатку. С какого века очень часто, я думаю, ставлять вам это запрошение, а требует на разные процедуры для шкиры, лица и тела? Да, часто задают эти вопросы, и ответ такой он, я считаю, что, наверное, все знают, что есть такие процедуры, как чистки, подростковый возраст, да, которые требуют ухода уже в подростковом возрасте, когда высыпание, либо какие-то угри. Если мы говорим про анти процедуры или какие-то уходовые процедуры, то я думаю, наверное, с лет 25 уже можно 27 говорить про начало анти процедур. Ну, а уже более серьезные, мне кажется, около 35 плюс, так. То есть нам не треба чекати, пока появляется там зморшки, которые очень хорошо видно. <laughs> я думаю, лучше этого не делать, потому что морщины, которые очень хорошо видно, а потом тяжелее убрать, поэтому всегда лучше профилактировать, чем убирать. Я скажу нашим слухачам, що ви теж можете стати частиною нашої розмови за допомогою нашого вайбера 098 009 98 98. Туди ви пишете запитання. Сьогодні ми говоримо про косметологію, про сучасні нові процедури у косметології. Тому запитання мають стосуватися саме цієї теми. Ну а для вас буде чудовий подарунок. Це процедура Health Talks, про яку ми розпочнемо говорити от прямо зараз. Чекаємо на ваші запитання. А між тим, ми так багато знаємо про ботокс, і ми так багато а. знаємо про гіалуронову кислоту. Про те, що вони можуть допомогти нам і мати гарний вигляд, і позбутися. Бо що, я так розумію, що косметологи пішли далі, вони вирішили це об'єднати. Да, так, це дійсно шикарна процедура. Почому? Тому що ну, гіалуронова кислота скажімо, всім звісна, вона про неї багато розказів, нічого тут розказувати. Це золотий стандарт увлажнення. И... Все знают, что она как бы разглаживает и делает э, лицо, как наливное яблочко, таким напитанным, красивым. Э, также часто э, люди обращаются с э, просьбой сделать Ботекс, потому что есть морщины. Но эта процедура, она немножко другая. В чем? Потому что когда мы колем мимические морщины, мы колем более глубоко Ботекс. Эта же процедура, она колется поверхностно. Если говорить про э, Клиентов или пациентов, которые хотят сделать эту процедуру, это, наверное, больше клиенты, у которых такой мелкоморщинистый тип лица, или которые, допустим, часто девушки, даже уже после 30 лет при улыбке видят вот такую мелкую сеточку морщин. Вот такая, как она не очень заметна, но тем не менее, вот эти мелкие сеточки, они э, дают такой коже, как бы уставший вид. И вот когда приходят на и говорят я хочу как-то увлажнить все думают что гиалуроновая кислота вот полностью это уберет это не так а вот сочетание ботекса и гиалуроновой кислоты вместе она разглаживает знаете я всегда привожу пример когда девушки фотографируются часто вот есть такие программы где как фотошоп так за кожу так делаешь гладкую да гладенькая а, гладенькая да. так вот эта процедура одно и то же она реально делает кожу очень гладкой кроме того гиалуроновая кислота увлажняет и в этом составе в этого этой процедуры она швейцарская, плотная, то есть она долго будет находиться в коже. И ботекс, мезоботекс, он колется поверхностно очень. По протоколу она напоминает как вот биоревитализацию, только более поверхностный слой колется. И разглаживание морщин, увлажнение гиалуроновой кислотой и плюс еще сужение пор и убирание красноты. Особенно у тех, у кого, допустим, знаете, есть и женщины, и мужчины, которые вот кондиционер включили, она покраснела. Там где-то она состеснялась она покраснела где-то новый ну, где -бу будький стресс да, для да, организма да, да. сразу да. выбилсудая сетка скажем стала ярче вот это тоже помогает процедура поэтому эта процедура скажем два в одном и она я честно скажу я ее делаю сейчас очень много по 5-6 процедур на день и И я ни одного не знаю пациента, который бы сказал, чтобы не видел результаты и ему не нравится результат. Она действительно вот эти сочетания двух компонентов делают очень красивый эффект. Очень красивый, особенно кто хочет ехать на отдых или какие-то сотосессии. Он делает шикарную кожу, красивую. И я это делаю себе, поэтому я могу точно сказать. І всі люди, які роблять у мене, ну дуже очень тому що зачитання цих достаточно сильних компонентів дає шикарний чуєсний результат. Я знаю, що ботокс його він проявляється протягом перших двох тижнів з моментів у А ця процедура вона проявляється відразу. Смотрите, ботекс проявляется в течение первых, вернее, до двух недель. Почему? Потому что, когда мы колем мышцу глубоко, то мышца расслабляется постепенно. Да? Здесь немножко другая дозировка и другое проникновение, то есть более поверхностно. Поэтому через 48 часов вы уже увидите результат. Но нарастать оно будет где-то неделю, потому что чем меньше концентрация и чем поверхностнее, чем мышцы меньше, потому что вот эти мышцы, которые расслабляют поры, сужают и да, расширяют, они более мелкие, скажем, чем те, когда мы улыбаемся, либо там морщим нос. Поэтому быстрее на них сработает ботекс. Поэтому здесь процедура будет гораздо быстрее. Ну, результат я имею в виду. Я скажу нашим слухачам, я скажу нашим глядачам, що ми сьогодні говоримо про красу та молодість. Сьогодні ми разом з Інною левіною, лікарем-косметологом клініки «Провдентал», допомагаємо вам дізнатися більше про сучасні методи ін'єкційні, які допомагають і зберегти молодість, і при цьому не виглядати як дуже багато людей боїться. А мене буде потім як маска на обличчі. До речі, клініка «Провдентал» знаходиться на дружби народів 14 дріб Записатися можна туди за номером телефону 06. 067 440 41 14 067 440 41 14 на сайті innalevina.com. Ви зможете дізнатися про мою гостю ще більше і про процедури, які проводяться. Активно у нас почав а, викидати повідомлення Viber, але я хочу ще поговорити про цю процедуру Хелтокс, яку ми почали говорити. Наскільки вистачає ось цього ефекту? Як часто повторювати? Чи це індивідуальна процедура? Ну, можно сказать и про индивидуальность, потому что все-таки все мы не одинаковые, и кому-то я не могу прописать формулу, вот будет точно так, вот от 27 по по 18 да? И, Но по своей сути, так как это, эта процедура двухкомпонентная, то гиалуроновая кислота будет находиться около года там. Да? Но ботокс, к сожалению, уйдет раньше, где-то через 4-5 месяцев надо будет ее повторять. Но гиалурон будет держаться дольше. І як ця процедура відбувається? Треба до неї якось особливо готуватися. Що робити після неї? Е, процедура, єдине, е, я говорю, це не та процедура, яку ви сьогодні укололи і завтра зустріч однокласників, це не та процедура. Тому це треба немножко зараніше готуватися. Ничего страшного в ней нет, но синяки, так как я делаю очень много проколов, я колю по всему лицу, и достаточно э, пробел между проколами очень маленький. То есть, получается, все лицо. То -то Колы тебя вручную, да? да, не машина. Да, 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 нет, вручную, вручную, да. И поэтому, как мы знаем, если я попаду в капилляр, может быть, сосудик какой-то, мы прорвем и будет синяк. Поэтому так, если до какого-то события не знаю, день рождения, поездки где-то дней пять. Надо, чтобы был э, зазор у вас И э, я обезболиваю Есть, конечно, такие смелые личности у меня, которые не обезболиваются вообще Порог чувствительности низкий, они не обезболиваются, но это мало Я считаю, что лучше как-то сделать более комфортно процедуру Да, обезболиваем мы кремом И 20 минут вы лежите, ждете, пока подействует обезболивание И процедура, я делаю, минут 15 она занимает То mm -hmm. Всего плюс-минус 35 минут это все. После процедуры я мажу защитным кремом ну особо, ну и если... в этот день, наверное, нельзя в сауну, нельзя э, в солярий, конечно, нельзя косметику наносить, нужно у нас просто проколы, чтобы мы инфекцию нельзя... нельзя заниматься спортом, а так, а нельзя принимать алкоголь, вот, ну все. Чьи противопоказы, станы, когда лучше утриматься или прийти позднее? Да, конечно. Первое, это конечно несовершеннолетие, мы про это процедуру вообще не говорим. Я, якщо мама привела. Есть только согласие мамы, хотя я не вижу потенциальных как бы, людей для этой процедуры в таком возрасте. Потом, конечно, беременность и период лактации, это понятно. Также онкозаболевания у нас выявляются, сахарный диабет, также плохая свертываемость крови, микозы, различные грибы. Потом, наверное, конечно, воспалительные какие-то элементы на участках, где мы делаем процедуру. Также, конечно, температура и какое-то ослабление иммунитета любой области. Вік є обмеження. От ми говорили, що переважно з 25 років за такими угу. уходовими процедурами приходити до косметолога. Да. А є там не знаю найвища межа, коли вже ну ця процедура просто будь-який ефект принесіть. Угу. Подумаем. <свят> ну там примером 65 плюс 70. Нет, 65 плюс я делаю. будет? Э, да будет. Ну ага. просто э, понимаете, Ботекс это же такой препарат, который тоже зависит от гормона молодости и от других некоторых вещей. Он же не просто работает как вот эликсир молодости, ни от чего не зависит. Поэтому чем старше человек, тем хуже он будет срабатывать, к сожалению. Поэтому, наверное, уже я думаю около 70-75 уже мы будем задумываться о дуречности этой процедуры. <свят> Запытывает нас Татьяна, как часто нужно заповнювати ботоксом облик и можно при этом делать массаж облика. Uh, смотрите, вообще я допустим себе делаю раз в 5 месяцев. Считается как бы по протоколу, что раз в 6 месяцев у кого-то это дольше. Все зависит от мимики вашей, потому что мимика у каждого человека разная. Кто-то холерик, кто-то сангвиник, да, кто-то меланхолик, поэтому у каждого мимика разная и кто-то ходит в спортзал, Каждый день он, грубо говоря, и мышцы качает, и метаболизм у него лучше, и кровообращение лучше, поэтому в среднем я скажу честно раз в пять месяцев вот так плюс-минус. Mm -hmm. Ну у кого-то шесть, у кого-то 4, у кого-то 8, по разному, но ну, плюс-минус вот так. Якщо про массаж облича говорится, насколько доречный массаж облычья эти модни ныне... Нині... Фейс-билдинг, mm -hmm. массажи гуаша и тому подобные, зовнішние процедуры. Я, честно говоря, когда смотрю влюсь, я их не у Я, ну, надо А что было до? Вообще считается, как бы, и, думаю, со мной многие доктора согласятся, что вообще, когда мышца перенапряжена, это не молодость мышцы, это наоборот ее старение. Поэтому мы всячески мышцу расслабляем. Даже если вы, я не буду говорить даже про лицо, если вы, допустим, увидите человека престарелого, да, не будете видеть его, вот будет он, будет тень только его, да, за, за, стенкой только тень. Увидите молодого человека и престарелого человека. И потому как он садится, как он нагибается, вы поймете, что он старше, чем, допустим, 25-летний, который тоже будет сидеть, прыгать и все остальное. Почему? Потому что у него мышцы в гипертонусе, он уже двигается скованно, у него нет той пластики и той эластичности, которая есть у молодого тела. Так же самое про лицо. Чем больше у нас мышцы скованы, тем больше они в гипертонусе, тем больше, что, меньше туда поступает различных питательных элементов, и кровообращение ухудшается. Поэтому мышца, когда она становится в гипертонусе, она стареет. Поэтому фейсбилдинг, я еще так могу сказать, может быть, какие-то определенные группы мышц имеют смысл, но, в принципе, я против него. Так что массаж нам не, не массаж дуже Расслабляет. Ага, то есть массаж. А билдинг это ага, на наоборот. Да. Что, а если человек користується ботоксом, ходит до косметолога, чи можно на ту зону делать массаж? Да, но э, надо понимать, что все, что улучшает кровообращение, то и быстрее уходит ботокс. Uh -huh. Потому что если мы, как, так же, как говорят, если будете ходить в сауну, ботекс будет держаться меньше, правильно? Все говорят. что Или вы ходите думка. в спортзал, да, Потому что что почему? Потому что когда улучшается кровообращение, то Ботекс уменьшается в действии. Поэтому вы можете делать массаж. Никто не проведет с вами эксперимента, что, допустим, вот вы делали массажи, теперь Ботекс стал на 25 дней меньше, чем если бы вы не делали. Но в принципе такая бытует теория, что да, как бы быстрее он отойдет. идет. Сколько мы сегодня говорим о про о косметичні... косметологии, есть еще такая процедура, как Diamond Face. Да. <laughs> чем она ведет себя от від биоревитализации? Ну, эту процедуру она тоже появилась достаточно недавно, даже она появилась позже, чем гелотокс. В чем как бы ее особенность? Биоревитализация, как уже привыкли, это гиалуроновая кислота либо с какими-то там витаминами, либо янтарной кислотой. Здесь в этой процедуре, в чем особенность? Здесь колется в один момент два препарата. Какие это препараты? Первый это опять же гиалуроновая кислота, но пептиды в наборе вторая без ничего, только полинуклеотиды. И колется в разные точки, в зависимости от того, ну, я смотрю уже по лицу, где больше что надо, и эм, почему она делается так сразу двумоментно, скажем, вот все препараты в одну процедуру, потому что полинуклеотиды у нас это вообще-то биосахариды, которые я не буду рассказывать, откуда они пошли, от рыбы, вот это все не надо. Э, суть в том, что у нас э, как бы один, одна из теорий старения э, организма и клеток в априори это э, когда разрушается ДНК. Допустим, у нас есть какие-то там замок из кирпичиков, и вот когда молодой организм, они работают как часы, все слажено, все новенькое, все хорошо работает. Со временем эти кирпичики начинают рушиться. И происходит как бы, изнашивание клеток и умирание клетки. Так вот, полинуклеотиды — это те э, биополимеры, которые в эти разрушенные кирпичики вставляются в свой кирпичик. То есть они делают э, продолжительность клетки дольше, и клетка другая рождается быстрее. Получается, они как бы призваны э, распознавать и убирать разрушения, которые происходят у нас с возрастом, с процессом, скажем, старения. Полинуклеотиды. Если мы говорим про пептиды, пептиды — это маленькие молекулы, которые у нас э, усиливают и активизируют регенерацию клеток. А что именно? С возрастом у нас выработка коллагена и эластина замедляется, как и все в принципе. Поэтому это те, скажем, такие помощники, которые дают клеткам развиваться быстрее, поэтому улучшается тургор, улучшается э, микроциркуляция в клетках, свойственная э, юным лицам, да, и юной коже. Поэтому это пептиды, это то, что активизирует все и омолаживает и ухаживает за кожей, и кожа выглядит совсем по-другому потом. То есть, если выбирать между биоревитализацией и Diamond Face, то лучше выбрать Diamond Face. Это два в одном, причем раньше делали биоревитализацию либо с пептидами отдельно, либо ага. с полинуклеотидами. Теперь это два в одном, то есть это более мощный, скажем, препарат. Так что, если вы решили, что час вашій шкірі надати вітамінів і yeah. можливості сяяти і мати вигляд такий, як подобається саме вам. Ну, от yeah. ви на людину, і вам подобається її шкіра, ви розумієте, що вам би все це сучасна косметологія. До речі, клініка Provdental, ви можете звернутися туди у будь-який зручний для вас час за номером 067 440 41 14, 067 440 41 14, Дружби народів 14, дріб 16. У мене сьогодні Інна Левіна. Лікар-косметолог клініки профдентал у гостях. Ваші запитання на Viber 098 009 98 98. Так, тут нас запитують про попередню процедуру, кажуть, їх розмішують між собою. Чи спочатку ботокс, потім гилауронка і як довго ходити, як жабка. Ні, їх змішують сразу в одному шприце, тобто, виходить, приблизительно около <паспорядок> 4 мл. Вводиться единоразово. Как долго ходить, как жабка. Это не та процедура, которая сделает вам папулы на долгое время, потому что все-таки это гиалуронокислота. Почему папулы, когда плотная кислота, да или поверхностно водится? Нет. Может быть, какие-то места будут, допустим, эти папулы, но это очень мало, и это не будет как жабка, ну так не будет. Отже, ще одне запитання. Тут стосовно того, що чоловіки теж можуть цікавитися подібними косметологічними процедурами, ця процедура healtoks це жіноча аудиторія, чи все ж таки унісекс? Е, она унисекс, что у мужчин теж буває кожа, ну, скажімо, підходяща під цю процедуру. Але чоловікам пощастило, мені здається, ці шкіри більше ніж. Да, ну, я рідко скажем, уже у мужчин взагалі толще кожа сама в апріорі, она толще, тому що е, менше. Но... Да и, честно говоря, мужчины, они могут попробовать, но вот они не выдерживают вот таких процедур. Вы же сказали, изнеболевальные. Да, поэтому у меня не было мужчины еще на такой процедуре. А на ботоксе были? На ботоксе конечно. Ну, если вы я думаю, что не за баром пройдут. Их 10, а тут 100. Ну, посмотрим. В принципе, все может быть. Я хочу поговорить еще сегодня про такую процедуру, как PLH-терапия. Что это такое? И Кому краще выбрать? Ее. Вот PLH-терапия это как раз процедура, которая очень сильно отличается от тех предыдущих, про которые мы говорили. Почему? Потому что, во-первых, показания на нее это 40 плюс. Я не беру раньше никого, даже при, если просят. Почему? Потому что в этой процедуре тоже совмещение двух кислот но одна из них достаточно ну скажем она анти-эйдж очень это полимолочная кислота и гиалуроновая кислота достаточно плотная, она как легкий филлер совмещается она гиалуроновая кислота выступает здесь как э, смешиватель э, полимолочной кислоты и эта процедура та которая наращивает утраченные объемы допустим э, я ее делаю ну, я скажу честно, это шикарная процедура, и все фотографии, которые у меня есть в Инстаграм, этому подтверждение, и я это сама видела, и люди после процедуры улыбаются просто сами в шоке, им нравится. Но здесь обрабатывается просто все лицо. Я работаю около часа с лицом, это достаточно серьезная процедура, хотя ну, многие, кто не понимает, думают, это какие-то уколечки, это, это совсем не уколечки. Там обрабатываются зоны висков, э, зоны э, скул, зоны щек, обрабатываются Брови обрабатываются, носогубки, морщины, скорби, углы, углы нижней челюсти и, наверное, щечные вот здесь, да, пакеты. А, и, и подбородок, если нужно, и губы, если нужно. То есть, все в одной процедуре это делается. И достаточно красивая процедура. Во-первых, мы ну, я сначала рисую по лицу полностью, все, я смотрю, где объемы, и мы обговариваем это с, с пациентом, где ей бы хотелось. И, конечно. Я тоже что-то комментирую, потому что не всегда, что хочется, надо или это сильно делать, да. А, это, то есть, самое за допомогою этой терапии, так можно поднять дещо Все. в и откорректировать да. откоррегувать обличчя, так, как лица полностью считается, ага. да. Это такая процедура, причем она мне нравится, знаете, чем? Это очень Хорошая процедура для тех, кто занят все время. Да? Вот после 40 женщины в основном уже заняты, и карьерный рост, и все остальное. И у них нет времени ходить на одну процедуру, на вторую, на третью. Это один раз сделал и пришел только через полтора года. То есть это очень классная процедура, и результаты шикарные, и, ну, в общем, она всем нравится. Но единственное, она такая достаточно, надо к ней подготовиться. Больно, потому что... А? Более че? Нет, не больно, не больно. Это скорее, страшно людям, потому что, когда они не знают, что ожидают, там конюлей, иглой я меньше работаю, больше работаю конюлей. Но процедура Коли обрабатываются всі участки, воно так впечатляет, скажем так, за один раз. Результат, коли Шикарний. вже ми побачимо. Ну, у Не, фотографії так, наші глядачі бачать фотографії, до речі, якщо ви з нами в Ютюбі, ви можете трансляцію дивитися, потім передивитися фотографії, там справді вражаючий ефект. Це відразу, чи да. повинен пройти якийсь час. Ні, на... так як додавлення об'єму йде сразу, то ці результати є Но когда ко мне приходят через месяц, я вижу еще красивые результаты. Почему? Потому что гиалуроновая кислота срабатывает сразу. А вот полимолочная – это такой ингредиент, который работает, и его максимальный эффект будет на 16-й неделе. То есть она не сразу работает. Да, будет определенный объем, потому что мы вводим все-таки, но она нарастающий объем, на, наращивание объема будет на 16-й неделе максимальный эффект. Но через месяц, я когда вижу людей через месяц, вот здесь я вижу объемы, когда через месяц вижу, я вижу сумасшедшее красивое качество кожи. И вот кожа, когда натянутая, красивая, ну, вот нравится всем. Кто... Мне даже приходили, даже вчера или позавчера женщина говорит, Инна, так красиво, мне так нравится, можно еще улучшить? То есть она хотела, то есть она думала, что это бесконечный эффект. Делаешь, делаешь, лучше, лучше, и вот мне 15. Ну так не бывает, к сожалению. На жаль, не А насколько в среднем можно, как-то кажете, ты выгляд? Ну, и не буду говорить фантастика, но на лет 7-8, да. Ну, до да, 10 да, до да, да, потому что если я буду говорить, то это будет неправда. Ну, невозможно делать с 50-20-летнюю, как бы это... А до речи, самой с процедурой можно, например, ботокс работать Да, можно. Я даже часто делаю, значит, когда ко мне приходят и говорят, я вот хочу вот комплекс, чтобы красивее там выглядеть, там, не к свадьбе дочки или там еще что-то, в общем, неважно то я говорю, сначала делаем ботекс. Почему? Потому что мне лучше сделать ботекс, чтобы остановить мышцы, чтобы мышцы расслабились, тогда мне легче добавлять объемы, потому что мышца, если она в гипертонусе, она может вытолкнуть потом этот объем или подвести не туда, куда надо. Поэтому мне лучше сначала сделать ботекс. Через неделю, либо через два мы возвращаемся к PLH уже. Есть вопросы от нашей слухачки Натальи. До речи, потребно потом потім то по-особливому доглядати за гиалуронкою? За какой із і процедури? За, я, я так розумію, що це за першим і другим, це те, що не там, не не дуже антиейдж, коли потрапляє гела, чи треба спеціальні креми, ну, я думаю, процедури я, в процесі? Я думаю, поняла, вона буде ухажувати за вами, вам за нею не треба ухажувати. Тому, ну, єдине, що Можно заощадити на кремах? Да, тому що, ну, креми ви як би, ви звичайний свій, звичайний образ життя ведете. Тобто тут не надо нічого. Єдине, коли проколи то мажем СП э, фактором, но ну, в принципе мы уже знаем все, что летом вообще СП фактор лучше использовать всегда, поэтому я не думаю, что это показания именно после процедуры. Каких-то таких особых рекомендаций, наверное, я не дам, потому что их и нету. Я хочу, чтобы мы сейчас, так бы говорить, підбили были, и сказали там по каждой из процедур. На який вік, на яку шкіру краще рекомендовано. Я розумію, що це все вибирає потім косметолог, коли да, ви да. приходите, Ну, все але все ж таки приблизно, так. Да. Хіалтокс. Який вік краще? Навірно, починає з 27, ну і думаю, навіть до 60, шістдесяти, отак. Якщо угу. да. ми говоримо про Diamond Face? Тут немножко постарше, уже з 35, п'яти, так. Ну, так ну, да, плюс-минус, да. И PLH-терапия? 40, даже 45 плюс. И, наверное, до 70, да. Дуже багато жінок, які хочуть зробити якусь процедуру для того, ну зазвичай у нас як роблять або подружки роблять, або перед якоюсь вау, подією, там випускною дитину можна мені так зробити, щоб от всі зайшла і вау, отак всі вау. Ну для цього я думаю, що треба як мінімум за кілька років до того цей вау-ефект нарощувати. Але в принципі, ефект і вау, як правильно вибрати собі косметолога тому що всі бояться, що не дай боже, моє обличчя перетвориться на маску, фотографії в гуглі додають ну, цього да, жаху, да, да. як правильно вибрати, як правильно підібрати. Ну, мені здається, якщо ми говоримо про якісь рекомендації близьких знайомих, то вже, мені здається, кожен чоловік уже не рівняється на клініку, або там на знання якісь, або він рівняється на відзиви своїх близьких знайомих, тому що він їм більше всього довіряє. Це перше. Друге, Чтобы я делал себя выбирала косметолога да right? мне очень важно психологически вот этот вот момент потому что какие пририкмахера какие фитнес-трейнера не знаю ли какого-то выбираешь все равно психологически потому что к одному подходит тебе вот ты им как бы вот подсознательно уже доверяешь вот с ним поговорил все-таки важно а как он одевается в каком кабинете он находится как он разговаривает до да? его речь насколько грамотно его речь это все тоже важно ну и конечно у наличие опыта тоже человека многом говорит и мне кажется это и дипломы и и допустим опыт сейчас у нас есть и фейсбукеста instagram мы видим как бы его работы дай бог чтобы это его я знаю против деяки косметологи и лигарии меняются фотографии да поэтому мне кажется так зовнешний выгляд кажется тоже важен да потому что на Я сразу скажу, если я иду к стоматологу, мне важно, какие у него зубы. Ну, это логично. Если я иду к тренеру, и я вижу, что там сидит, допустим, 120 килограмм и ест гамбургер, как-то не очень верится, что он мне сделает идеальную фигуру. Поэтому, мне кажется, все это о чем-то говорит. Вот ты смотришь на лицо, на внешний вид косметолога, это важный фактор. Отже, у нас тут часу залишилося зовсім небагато, Есть mm -hmm. процедура Hialtox, я зараз его свяжу в памяти, какие запитання у нас были. ну а вы ви уже вибираєте да. запитання, яке вам подобалося наибольше Так, Починаємо з Тетяни, яка запитувала, як часто потрібно ботокс в обличчя, і чи можна при цьому робити масаж обличчя. У нас є Ю... Там, Ю... Жабка. про жабку. О, це якраз Юля про жабку запитала, да. чи довго будеш ходити як жабка. Да. Ну да. От, власне, на вашому досвіді, Юлія, ви і дізнаєтеся, Я чи довго, довго ви будете ходити, як да. жабка. Заодно нам обов'язково потім напишіть у Viber, для того, щоб ми знали, наскільки да. довго ви ходили, як жабка. І взагалі, як воно, ботокс з гілароновою кислотою, no. процедура Хелтокс. Дякую за розмову. Я нагадаю, що сьогодні у мене була лікар-косметолог клініки Провдентал Інна Левіна. Ви можете теж відправитися до цієї клініки і на власній шкірі. Переконатися, як можна бути молодим і красивим. До речі, в такий період до цього активного сонця можна робити ці процедури, да, да так, що навіть в той період, коли ви не можете собі дозволити дуже багато процедур, ви можете дозволити собі і процедуру Хелтокс, і процедуру Diamond Face. І якщо ви вже в віці такому красивому, то ви можете зробити PLH терапію за для того, щоб дивувати усіх своїх сусідок і подорожок, тому що я знаю, що в такому віці спілкуються ще. працює більш активно, ніж у молодому. Да, А ви можете зателефонувати 067 440 41 14, сайт innalevina.com, це клініка Provdental, Дружби народів 14, дріб 16, 067 440 41 14. Я нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні у Києві Інтерактів говорили про сучасні косметологічні методики. Залишайтеся з нами, будьте на Київ 98 ми продовжуємо. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Київ, поінтерактив інтерактив зі мною.